Всем привет! Мы на озере Виннипег рыбачим. Сегодня у меня есть возможность показать вам разницу между двумя разными эхолотами. Оба от фирмы Hummingbird. Это модель Ice-35 и модель Ice-45. Разница между ними в деньгах 100 долларов. 35-я модель на 100 долларов дешевле, чем эта модель. Как вы видите, самая большая разница — это дисплей. Модель Ice-45 имеет дигитальный дисплей, модель Ice-35 дисплей отсутствует. На модели Ice-45 дисплей показывает глубину воды. Для того, чтобы узнать глубину на модели Ice-35, нужно посмотреть, на какой шкале вы работаете. Здесь. То есть здесь сейчас идет умножить на 1. Это внешняя шкала. И по шкале видно то, что дно находится на 18 фитах. Это то же самое, что показывают здесь на дигитальном экране. Кроме этого, все остальные опции практически одинаковые. Включатель, выключатель и выбор шкалы. Здесь есть 4 шкалы, умножить на 1, умножить на 2, умножить на 4, умножить на 10. От этого зависит, на какую шкалу вы смотрите на самом сонаре. То есть внешняя шкала — это умножить на 1 или умножить на 10. Средняя шкала — это умножить на 2. И внутренняя шкала — это умножить на 4. Да. Переключатель угла луча такой же, как и на этой модели. Если нажать долго, то покажет статус батарейки. Здесь вот пустая батарейка, здесь полная, вот здесь то, что здесь. Noise, фильтр, когда работают два флашера вместе, чтобы предотвратить помехи. Есть кнопочка такая, как Noise, также здесь есть. Здесь есть возможность перейти с футов на метры. Кнопочка Gain одинаковая на двух моделях. Здесь есть опция подсветки экрана и опция зум одинаковая на двух моделях. И переключатель чувствительности. То есть она увеличивает чувствительность луча. Чем больше чувствительность, тем меньше рыба будет высвечиваться на экране. Также здесь. Вот в целом все. Всем пока-пока.